Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выпустили приказ о новых правилах приема в вузы на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступают в силу с началом нового учебного года в 2020 году. Правила приема будут регулировать порядок приема в вузы Российской Федерации на 2021-2022 учебный год. Они утверждены Министерством юстиции и вступают в силу с 25 сентября. Список изменений коснулся как абитуриентов, так и работников вуза. Одним из самых важных изменений стали даты, когда на сайте университета появится информация для поступления в вуз в новом учебном году. Всю информацию о приеме следующего года, то есть мы должны будем на сайте разместить до 1 ноября, в то время как, скажем, прошлым порядком это срок предусматривал 1 октября. То есть план приема, количество мест для бюджета, для контракта, минимальные баллы. Изменения также коснулись и абитуриентов. Так, у будущих студентов появилось больше вариантов, на какое именно направление подать заявление для поступления. Абитуриент, вот если раньше мог подать в 5 вузов и по 3 направления в каждом вузе участвовать в конкурсе, то сейчас это количество направлений в каждом вузе увеличивается до 10. Здесь фокус в чем? Не у каждого абитуриента будут те вступительные испытания в виде ЕГЭ, которые он может предъявить для того, чтобы участвовать в конкурсе. Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ заметил, что с новым порядком поступления у студентов будет больше вариантов, куда же все-таки пойти учиться. Также он отметил, что перед подачей заявления абитуриентам стоит внимательно изучить новые правила. Ему легче позвонить, чем разобраться вот с тем объемом информации, которая представлена и в порядке приема, или в правилах приема каждого вуза. Но по этой причине те ребята, которые попытаются вот приступить к этой задаче, они будут испытывать сложности определенные. Но те, которые смогут разобраться, они смогут применить эти правила с большей эффективностью. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном портале ведомства. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.